Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем. Та же самая миссия, со мной здесь Влад. Здравствуйте. И Жека. Так, кстати, я закончил то, что я говорил. То, что мне нравится делаешь? Сейчас больше всего Watch Dogs, чем моя вторая любимая игра. Ой, вернее, моя первая любимая игра, это GTA. Он меня достал. Ну хотя, если честно, Watch Dogs, он чем-то хорош, чем-то по-своему плохой. Есть и плохие моменты, есть и хорошие моменты. Плохо здесь одно, то что он какой-то как тряпочный. Его убивают с пару выстрелов. Не спать! Это не тряпочный, ну тогда пусть будет бумажный. Правильно. Ладно, окей, я согласен. Пусть будет бумажный. Короче, он просто дрищ. Да, вот Влад прав. Вставайся. Он просто дрищ. И убивает чисто. Пару пуль. Не, конечно, в Watch Dogs первом там были недочеты очень большие, но там тебя могли стрелять хоть с дробовика, хоть с пулемета. И ты живы? Ты жил. Ты мог жить. А здесь тебя пару раз шмальнут, и все, и ты уже мертв. Это меня очень сильно напрягает, честно, дорогие друзья. Не знаю, как вас. Хотя уровень сложности у нас стоит, это обычно, не самый легкий получается. Да, мы не играем на уровне сложности самом большом. Чем это? Чтобы это, мы играем, чтобы это вам было комфортно смотреть, чтобы мы часто не лажали, нас часто не убивали, говорится. А если мы будем играть на более уровне сложности большим, нас будут часто убивать. И зачем он смотрит наш, как нас убивает? Это какой это смысл? Да, и нас, Влад вот правильно говорит, нас и так достаточно убивают, много. Ну, так, мы здесь уже зашли к взламу. Скачиваем, вернее. Так, о, зачем нас нужно? Чёрт, охренеть! Профили, отпечатки. В школе Ситара что-то подсыпала директору в кофе. Ищите везде. Зато здесь прикольно зло. Здесь все поменялось. И здесь можно ходить по улице, спокойно изучать этот город. А, в первом Watch Dogs идешь по тротуару, какой-то гад нехороший. Позвонил по телефону. Это Эдден Пирс, это Мститель. Вали, это он. Мы и не сразу того менты. Есть чистота. Вали. Это всё, бесит. Это очень реально бесит. А здесь можно изучать город. Я, честно, люблю игры с открытым миром, чтобы изучать город, поездить, покататься. А первым что приходилось скрываться через всякие переулки, там бегать, ходить только. И только скройся, опять какой-нибудь на тебя позвонит. Это мститель, ты достал, блядь, я тебя не трогаю. Реально меня это бесило. И самое прикольное, вот мы первый Watch Dogs, когда проходили с Владом, я так и не посмотрел весь город. Не посмотрел. И там мне не нравилось управление машин, а здесь мне нравится управление машин. Я с удовольствием катаюсь на тачках. Здесь вот взламывать друг друга, здесь тоже прикольно. Также здесь и взлом другой, здесь взлом больше нас, здесь надо взломе думать, здесь надо думать мозгами. А там просто чакай, право-лево, ходи сюда-туда стиками. А да, здесь надо... надо, блин, летать. И то это слишком быстро. Хоть и там тоже доставало. Нет, здесь надо искать, как говорится. Смотри в оба, Маркус. Они заметно оживились. Теперь тебя ищет ФБР. Пусть ищут, нас все равно не найдут. Так что Watch Dogs 2, молодцы, Ubisoft, они добавили, как говорится, учли свои ошибки и сделали игру, просто довели ее до, ну, не скажу, что прям до совершенства, но игра очень классная. Мне лично очень нравится. Watch Dogs 2 это классная игра. Сейчас вышли описание цели. Честно. Вы напишите в комментарии, прав я или нет. В этой игре есть много плюсов и много минусов.
же надо все долго разбирать. Возможно, мы это когда-нибудь разберем. Возможно, у нас будет когда-то отдельное видео про плюсы Watch Dogs 2 и про минусы Watch Dogs 2. Но это может в отдельном каком-нибудь видео. Вы напишите в комментарии, вам это нужно или нет. Если это нужно, мы сделаем. Там будут чисто наши. По нашему мнению. Да, это только будет наше мнение. Мы не навязывал свое мнение. Это чисто будет только наше мнение. По нашему мнению. Хотите верьте? Нет, хотите. Думайте вот так, хотите по-другому. Просто... пример. Мы будем просто свою точку зрения вам говорить. Нормально ты разошелся с гранатомета. Бам-бам-бам-бам. Ну, с гранатомета хедшоты, Влад. Он реально разошелся. Где? Где? Вот точка, видите. А, наверху. Да, там наверху. Наверху тоже пикиник. Где нас свалить отсюда? Лол. Чел, сколько тут оружия и денег? Так возьмите деньги. Это чудо. Прочесать все. Открыто, да? Да. Именно я до этого-то и догадался. А, я понял. Сила. Нереально. Ну да, иначе где человеков не умеют. Они жесткие ребята. Шутить вообще не умеют. Они тебя раздвоят, тебя больше нет. Да-да. Если простые тебя валят, а силовики они просто, они чихнут, у тебя уже нету. Минус один. А сколько их всего? Не знаю, не вижу, но достаточно. Двое точно. Ну, двое это всегда, да. Раз на улице вон. Ну, в общем, да, один. Тут все чисто. Всего один остался на улице? Да. Ладно, тогда. Подложи ему мину. Которую мне сейчас. Нам не хватает сил! Патроны еще кончились, зашибись. Вообще, блин. Зашибись. И сейчас все заново их убивать? Это капец. Нафиг ты вышел на улицу? Ну ходил бы он там на улице. Нафиг он нам нужен был? Так мне надо было бы по-любому было когда-нибудь говорить. Активировал сирену. Тогда даже сирены вроде не было. Все? Все это все? Окей. А не. Силовик! Черт! Блин, ну ты себя сразу гранатомета сейчас. Нет, я понимаю, попал и меня в тот же момент убил. Но. Короче, надо просто иметь с собой всегда заряженный дробовик. У тебя дробовика нету. Ой. Я уже путаю все. Гранатомет. Я сейчас, короче, сразу на дверь там поставлю. Всем быть на стороже. Ищите везде. Давай, их зачищи. По-бырому их убивай. Сейчас у нас будет описание объекта.
А у тебя, кстати, какая задача? Скажи, пожалуйста. А покинуть здание ФБР. А покинуть здание ФБР? Значит, типа любого просто на улицу идти. О, кто-то уже зашел. Вопрос, это Влад или Женя? Играть с первого раза. Оба. Ну. Сложить оружие. Выбрать. Не могу играть, быть тихо. Как часто вы в своей речи используете «го играть»? Все время. Постоянно. Или может быть. А тебе дают за это звездочки? Угу. На карте слева, да? Вот это вот я буду шлюсь, как бы не уходил. Сейчас выше описание цели. Да, сколько же. Да, это сложная миссия, надо здесь уходить. Делать? Нет, закончились. Вали. Черт! Блин, всегда, когда вот так вот делается, по-любому умрешь. Как же меня бесит то, что в этом гранатомете, черт, там всего 9 патронов. Да, это реально. Могли бы сделать нормальное. Напрягает. 36, где же 20. Рассыпную, найди гада! Есть идея, если мы не будем понять. Ну давай, попробуй. Если по-тихому. А если по-тихому ее вырубить? Ну, сам понимаешь, вертика. Он нас все запалит. Ай, больно. Вот, вы видите. Надо спрятаться. Надо спрятаться. Как? Откуда вас? Зачем? Зачем? Папа, ой-ой-ой-ой, по привычке. Поставил минки? Нет, запел. Они, интересно, они бесконечны, наверное, да? Есть третий выход. ФБР вас атакует, прикиньте, я знаю. Офигеть, я в шоке. Нас ФБР атакует? Чё, правда? Стреляет.